Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад вам представить новинку 2024 года, летнего сезона. Это прикормка «Доверяй среде» от бренда «Уникорм». Вот такие вот красивые, напоминающие кофе упаковки. Фольгированные внутри для того, чтобы натуральные компоненты очень долго сохранялись. Это топовая серия, то есть это самая премиальная, самая высшая серия в прикормках в Уникорме, и она с легкостью может соперничать даже с импортными прикормками. Рецептура вся изменена в лучшую сторону и в сторону премиальности. Сама серия включает в себя достаточно много вариантов прикормки на разные виды рыб. Вот у меня в руках это карась. Я сейчас сюда разложил только то, что самое-самое востребованное. То, что мы бесплатно будем отдавать по розыгрышу, по нашей акции. 15 комплектов мы будем отдавать совершенно бесплатно, соответственно, 15 победителям людей. Значит, карась у меня здесь, бисквит, шоколад, фидер, карп, лещ, плотва. Вместе с этим в нашу бесплатную акцию мы включим чеснок, тутти-фрутти, ваниль, клубника и анис. То есть все вот эти вот, то, что вы видите, это все будет в наборе, это один набор полноценный для каждого победителя. Таких наборов у нас 15 штук, и мы их отдадим совершенно бесплатно. Сразу зачитаю вам по поводу состава. Здесь, в общем-то, все написано, и мы написали это максимально доступным языком, чтобы люди видели всю правду, из чего это состоит. Никаких отрубей тут нет и в помине. То есть это самый дорогой премиальный класс прикормок. Пожалуйста, вас очень прошу, кто их получит бесплатно по акции, либо купит, пожалуйста, в группе ВКонтакте Multifish отпишитесь, будьте добры, либо под моим видео поставьте свой отзыв, как они вам, потому что я их уже, скажем так, еще летом того года начинал тестировать, нарабатывать составы, да, сейчас у нас, я снимаю это весной, рыбка еще не проснулась, но многие из этих составов, они прекрасно работали там, плюс Евгений Васильевич Середа сюда внес огромный свой опыт соревнований международного класса, огромного количества соревнований международного класса, чемпионатов России, ну, сами понимаете, мастер спорта международного класса, экс-тренер сборной России по поплавочной ловле, плохого, в общем-то, наверное, не придумать. Значит, по поводу состава, вот даже читаю, чтобы ничего вам не забыть. Премиальный бисквит, то есть это бисквит высочайшего класса, не какие-то там загарки, как говорят, да, бисквитные, а именно тот бисквит, который, в общем-то, продается в магазинах. Значит, лом печенья, пряников, сухарь, жареный арахис, семечки, кориандр, тмин, корица, злаковые и бобовые культуры, геркулес, меласса, гамарус, вкусоароматические добавки и натуральные красители. Поэтому вся рыба ваша, то есть эти прикормки можно применять в условиях жесткого прессинга, когда рыбаки сидят, ваши соседи, там в 2 метрах от вас, на там расстоянии, чуть не расстояние вытянутой руки, в условиях соревнований, когда люди другие кормят там любыми импортными прикормками, ВДЕ, САНСАС, неважно. Все это абсолютно конкурентоспособные прикормки. Главное, правильно их замочить. Я об этом сниму видео подробное, когда чуть распогодится уже с воды. Постараюсь сесть как-то там, чтобы была тоже конкуренция. Посмотрим на их работу. В воде им, как минимум, в воде покажу, как работает шар. Пока это такое презентативное видео, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал Multifish. Обязательно расскажу об этом. Участвуйте в розыгрыше, который на днях мы уже запустим в группе ВКонтакте. Не пропустите. 15 призов бесплатно отправим вам, вы их получите. Ставьте лайк, пальчик под видео. Всего вам доброго и до новых встреч.